Всем привет, друзья! Сегодня я вновь буду в роли таксиста. В прошлый раз я таксовал на тысячесильном Nissan GT-R, на котором мне удалось заработать 1800 рублей за 6 часов и потратить на бензин 3700. Многие мне порекомендовали поменять автомобиль, я и послушал. Сегодня я буду таксовать на Mercedes-Benz C63 AMG Brabus, в котором 650 лошадиных сил заднего привода. И надеюсь, сегодня я выйду в плюс и доставлю положительные эмоции каждому из пассажиров. Всем желаю приятного просмотра, а я уже поехал выполнять свой первый заказ. Очень интересный комфорт, да. Еще ГТР золотой, не видели? 35-й? Да. Нет, такого не видели. Вот там 1000 сил, тоже на нем таксу. Это я тот самый таксист, который говорит, что это хобби. Да, я про это и говорю, да. Я таких еще не видел вживую. Спасибо большое. Всего доброго, до свидания. Удачи вам на дорожках. Спасибо. Куда едем? Парковая 84. Идь. Вы думаете, со своими ногами помещусь? Сейчас поместимся. Раз, два. Не, вот это вот не надо, вот это вот так. Все, принял, пристегивайтесь. Да? Да, нас ругают сейчас сильно. Что-то маленькое. Вот я никуда не спешу. Вот этот взлет вот с такими вот. Я думал, мы опаздываем просто. Рабочая как-никак. Ну, все равно. Через 200. Здесь налево? А? Здесь налево? Нет. Будьте здоровы. С ЖД вокзала заказ. Сейчас буду забирать всю прибыль у местных таксистов. Пропускаем. Дрифт-такси приехала. ЖД вокзал. Тоже этот счастливчик. Ты такси вызывал? А? Такси ты вызывал? Стахановская 16? Да. А номер другой у да вас? Да ничего, садись. А чего, с номер другой в этом в приложении? Да поменяли. Едьте. Ну, давай сначала пусть. Ох! Какая хорошая. Я 80 рублей себе включу в такси. Почему 80? 1500. Я буду платить столько, сколько написано в приложении. А сколько у тебя написано? 80. У меня 1560. Вы же издеваетесь. Почему? Я прям уверен. Дай, хватит, пожалуйста. Ты же вызвал дрифт такси. Не видел? Не я вызвал, мама. И мама вызывает всегда самое дешевое. Походу, она тебе подарок решила сделать. Ну, у меня сегодня день рождения, а чё мне? Реально? Да.
И сколько лет тебе исполнилось? 12. 12? Да. А, так ты уже без детского кресла будешь ездить, да? Я уже давно без детского кресла, я еще с семьей. Ты уже скажешь, что ты за рулем ездишь? Ездим. Реально? Да. Поедешь? Конечно. Серьезно? За Мерседесом точнее не поездить, за бесплатно тем более. Как за бесплатно? За 1560? Да не... Хватит, пожалуйста, я вас прошу очень. А? Я вас сегодня прошу, хватит, пожалуйста. Все, ладно. Это не смешно. Полторы тысячи это стоит. А сколько? А ты как думаешь, сколько стоит? 80 рублей. Че это у нас? Какой? Это Apple. Ну, какой iPhone там? Яблоко. iPhone какой? 13 Pro Max. Блять. Почему? На 1 терабайт памяти. Как? Мне тоже не подходит. Че у тебя? У меня Honor 10. Что с рукой у тебя? Перелом со смещением. Со смещением? Со смещением. И что, ты смещал что-то лишь? Это я как? Я попрошу маму поставить вам одну звезду. Почему? Потому что. А что это такое? Что ты сделал? Вы сделали. Не, у тебя что с рукой, я говорю. С рукой перелом со смещением. А ты что, спортсмен? Нет. Да, это занимаюсь. Вон, 80 рублей. Ну да, повезло. Значит, сбой какой-то в программе. У вас в мозгу эта программа сбилась. Реально, на Мерседесе за 80 рублей поездить, это ж... Это значит, надо сколько звезд поставить? Две. Пять? У меня только пять всегда. Сегодня 50 тысяч заработал. Врете? Почему вру? Потому что. Тебе что, показать? Сегодня вся касса здесь у меня. Серьезно тебе? Вот, смотри. Все, хватит, пожалуйста. Это за сегодня заработал. Это ваш личный там, ну, бюджет. Конечно, я заработал. Так, тебе куда? Мне туда. Направо? Да. Нет, блин, налево. В машину, в другую. Все, да. Приехали. Вот сюда? Приехали. Все, понял тебя. Это что, у тебя столько денег? Да. Подожди, ты мне 5 звезд ставишь? Если вы сейчас вот вы мне сделаете скидочку 5% туда. Делаю тебе даже 10. Все, вам 5 звезд. Сколько звезд у меня? 5. Можно сфоткаться быстро с машиной? Ну, конечно. Привет. Привет. Я тебя узнал. Заебись. На Гетере насчитаешь сейчас? Еще и танцуют. Ну это вообще как. Настоящий, брат? Да, обез настоящий. Надо дотянуться. Не дает наваливаться. Эконом вообще. А, это эконом? Один вперед, садитесь. Только давайте без вас. Как? Это что у вас? C63 AMG. Что ты переживаешь? Ёпта! Я не переживаю. А вы блогер какой-то? Так, чуть-чуть. Так чуть-чуть, а, это ну как? Понятно, блядь. Завтра на ней будем таксовать, на М8 Competition. Права настоящие. Полгода назад лишили на 3 года. Ничего, что катаетесь там? Нет, я не хочу так ехать, сейчас, блядь, тут. Что ты разве переживаешь? Тёма аккуратно едет. Но аккуратно только до того перекрестка. Там просто хороший будет поворот, боком может зайти. Реально сейчас выйду, ну, не вот бойся. Я сейчас не шучу. Ну, чуть-чуть помедленнее. Спокойно поедем. Я-то просто не против этого. Кто-то против этого. Кто-то против, да. Может, по встречке поедем? У вас уже нет, спрашиваю. Только у вас. Кайф. Можем музыку включить. Веселую. Я извиняюсь. Пойдет такая? Танос с тобой тянет пробки. В карманах, как и раньше, не лоб. Больше там шингей, чтоб спан. Камин, пусть загорит. Холоден. Так нежно тянет снова тазвет. Фонари тоже любят. Че, вы поругались? Нет. Там просто скорость вообще не любит. Мы когда в Москве даже едем, просто BMW пятерка обычная, там чуть начинает наваливать, это все. Через 3 минуты закончится наша поездка. Ой, забыл.
Там, кстати, тоже будет такой поворот. Разок чего-то. Лёнь, да ну, блядь, все, все, все. Все, договорились. Ой, я забыл. Сейчас реально занесло. Здесь налево? Да, 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 да. Спасибо большое за увлекательный приз. Все, вам спасибо. Знание. А, кстати, еще раз извиняюсь. Опа! А у нас срочное включение. Сегодня мы находимся в Краснодаре, а именно у моих друзей Мирфар. И мы пригнали сюда мой новенький C63 AMG. Мы будем делать здесь фары, как ни странно. И они будут у нас блестящие. Погнали, покажу что. Так как в фарах я вообще не соображаю. Поэтому слово могу передать только Антону, более подробно он расскажет вам. В общем, что мы делаем? Во-первых, здесь убитые стекла, раз, это мы их меняем. Потом здесь стоит ксенон, и там еще есть интересный такой момент, в них идет интеллектуальная шторка, и чтобы ее обмануть, нам нужно делать и обманки, и переходные рамки, в общем, ну, я думаю, что мы разберем это все и покажем внутри, как это будет выглядеть. Но по факту будем сюда устанавливать светодиодный свет, потому что ксенон, он, ну, уже совершенно ничего не решает. А, еще, кстати. В оригинальных 63-х, как и другие эти фары, уже менялись, маски черные. Здесь они серые, в общем, будем красить еще. Ну что, братан, теперь твоя тачка официально прокачана. Реально? Посмотри. За два дня? Конечно. Давай проверим результат. Ну, ребят, результат виден налицо. Тачка за два дня стала злее в два раза. За это хочу поблагодарить и порекомендовать своих друзей Мирфар. Это огромная компания, которая имеет много филиалов по всей России, от Калининграда до Новосибирска. А самый крутой филиал находится здесь, в Краснодаре. Оставляю все контактные данные, ребят, в описании. А у меня опять новый заказ, и я уже погнал. А всем, кто досмотрел этот ролик до конца, лично от меня скидка 20% компании Мирфар, а именно тюнинг и дооснащение вашей оптики. Поэтому говорите, что вы от меня, будет вам скидка. Я погнал. Заказывали такси. А у нас номер другой. Да-да, просто перевертыши номера. Здравствуйте. У вас машина красивая. Красиво. Повыше поднимайся. Алло. Да я вижу, да. Я вот здесь на выезде. Дождемся с прошлого заказа, телефон забыл. Mm-hmm. Вот здесь сейчас в беседке. Я смог разбогатеть на 1050 примерно. Грызок. Я думал, 50 тысяч заработаю за заказ. Не получилось. Ты уже сегодня на каких машинах покупал? Ну это самое быстрое, на которое будешь кататься. Вот сразу, легко могу объяснять. Пристегнулся? Да, красавчик. Люди, наверное, даже не догадаются, что это такси. Да как, догадаются, у нас же шашка наверху висит. Красное такси. Да. Как в фильме такси. Только там французская машина. Ну, номер, кстати, тоже переворачивался. Там еще взлетать мог. Пусти самолет. Можем попробовать, конечно. Что, не хочешь за рулем? Нет. У тебя права же есть уже? Нет, там без прав гоняют. Нарушают. Они реально сами переворачивают, да? Так сами. Ну, я имею в виду это, да. Не надо выходить с отвертки. А если полицейские это заподозрят? Мы не успеем. То, походу, нам крышка. И в пару джунглей ты поедешь только через 15 суток. Сколько лошадок? Здесь 650. Тоже ты взлетел. Кстати, а я первый класс закончил. Сам, что ли? Кстати, я могу до 1000 досчитать. С перерывом. На обед и на ужин, да? Перерыв.
ты хорошо придумал. Держите. Все. Ничего себе, сколько денег. Все, спасибо, счастливо. Все, вам спасибо. Это вам подарок. О, спасибо, ничего себе. Это за то, что вы нас хорошо прокатили. Вот так вот уходим мы с последнего заказа нашего. Машина. Это? Да. Моя. Ничего себе. Круто. Куда едем, написано у вас? Здрасте, Золотая бухта. Куда мы еще можем на такой машине ехать? Понятное дело. Что, в Сочи можем поехать? До этого в Сочи заказ у меня был. Что стоит такое удовольствие? Туда-обратно прокатились, забрали документы 35 тысяч. Надо пристегнуться. Сейчас, одну минуту, сейчас я. Так. Ничего себе, вот это я прокатилась удачненько сегодня. Ну, как едем? Как вам удобно? Мне удобно вот так. Ой, нет, так не надо. Так я боюсь. Все. На Золотой бухте там что? Дом. Живете там? Да. Тоже там хочу жить. Ну, какая проблема? Когда ты имеешь такую машину, ездишь в Сочи на такие эти... Ну да. Заказы. Почему нет? Все там вот платить. Такие, да, люди? Так, знаешь, вот смотрю я в лифте, когда кто-то на 12 нажимает, я бы не сказала, что прям там вот все такие, ну, обычные люди. И да. Не скажешь, что на 12 не скажешь, что да. Ты так скромно на 4-м вышел, а они так дальше поехали. Что сказать? Квартира? Это 12-15, да? Или сейчас уже? Ну, это было когда, да. Сейчас уже, наверное, подороже. Как бы, знаете, когда ты платишь такие деньги за квартиру, а потом ты еще платишь немалые деньги за обслуживание этой квартиры. Там коммуналка. 10 тысяч в месяц, да, где-то выплатить? Да прям там 10 тысяч, 20-25. Оно того стоит. Ну, чтобы сказать, что я живу в Золотой бухте, может быть, только это. С парковкой как дела там обстоят? Ну, там нужно покупать. Сколько? Еще плюс миллион? Миллион. Сколько мне таксовать надо? Это месяца два, наверное. О, ну ничего себе, можно потаксовать. А плюс еще там же вот этот охрана, красный пляж свой, бассейн, фитнес-клуб, ну, фитнес-зал. Там, ну, как бы вот это все, там ресепшн. Все бесплатно, да? Ну, вы да, это оплачиваете как? Нет, это платим как за дополнительные услуги. Единственное, там один есть недостаток, а холодно зимой. И жарко летом. Ну, летом-то кондиционеры, окна можно открыть. Вот зимой там холодно, там же обогрева нет, там отопления нет. Как надо зимой там справляться? Обогреваться во всех комнатах и в шерстяных носках. А нет теплых полок. А бассейн какой хороший? Бассейн хороший. Бассейн большой, чистят, хороший, чистый, да? Да, теплый. А, так можно вообще зимой, в принципе, в бассейне ну, жить? Конечно. Жить-то не знаю, а вот отдохнуть, там с работы пришел, поплавал. Сейчас бассейн? Нет, я сейчас на пляж. Ну, здесь меня остановите. Вот здесь? Да. Удачи вам заработать на квартиру. Будем рады таким соседям. Все. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Ой, что такое? А у вас по вашему телосложению прийти на вас. Конечно. Чтобы вы далеко никуда не убежали. Что-то вы меня волнуете. Это как? Такой ездой. Но спокойнее. Добрый день. Официальная программа от Озона Яндекс.Маркет для начинающих селлеров. Бесплатная помощь. Пошел ты нахуй со своей помощью. Лучше помоги мне клиента найти. Такси вы вызывали? Да. Пристегнуться еще надо. Занесло. Забыл кое-что. Шашку. Что, по приколу тебе таксировать? Почему? Обычно на Весту выгоняю. Я решил на ней сегодня погонять. А так на Весте? Это по-разному. Через месяц планируем на Ламборджини здесь потанцевать. Нахер надо? Это ваше такси, номер просто другой там. А. Да, да. Вы вызвали самое быстрое такси в этом городе. Да? Да. Ой, как на самолете, да? На взлет.
Чё тебе на день рождения повезло? У него сегодня день рождения. Поздравляю тебя. Сколько тебе? 12. Тебе тоже, получается, можно без детского кресла ездить? Уже за рулем, в принципе, можно, да? Сколько ты работаешь, чтобы это, заправлять ее? День примерно 1040. Расход? Сейчас скажу. Сейчас 38,5. Охренеть. Я выгодно в такси работаю. Конечно. Поэтому и работаю. Коллега мой был. А с запчастями вот так? Каждые 10 тысяч километров где-то 1300 надо отдавать. Это как в этом фильме такси-то, да? Да, да. А это вот щелка, этот шип такой. Это сейчас огонь с трубы идет. Ой, она не взорвется. Да. Особенно, когда такая стрельба идет. Все, долетели с ветерком. Да, спасибо. Все довольны? Да. Степ, ну остановись, давай я тебе сфоткаю это сейчас. Он просигнулся, не дает ехать. А, сколько такая стоит? Просто ответь мне. 200. Евро? Доллар? Что, первый раз такой такси в Анапе видишь? Да, я первый раз, честно говоря, вижу. Сейчас мы заедем в одно место, зарядку забрать. Ты же не против? Не-не-не, я пока ладно. Сколько мне сил? 650. Это слишком хорошо. Конфеты любишь? Я вот покупаю и хожу раздаю людям. Буду клиентам раздавать. Я просто, ну, шел, тут все конфеты сейчас раздавал. И такой, такси. Тебя как вообще зовут? Местный таксист. Вообще раньше пятерочка работал. Лет 5 назад работал, да, пятерочка. Не, я видел в интернете видео, типа, знаешь, таксист берет машину. Ты что, ты не договорил? Я забыл. А, таксист берет машину. А, таксист берет машину дорогую, ну как свою лично. И вот так возит людей. Вот такая камера стоит. Такая камера стоит? Да, вот такая камера стоит на салон. Что это? Ты не берешь просто такую машину. Можем сейчас на другой машине прокатиться. На какой? Там чуть больше. Больше 150? Да, там 1000. Это что? Как ГТР какой-нибудь? Ты прям угадал с первого раза. ГТР? Да. Не, в ГТР я точно не говорю. Нормально? Нормально, да, ты такси вызвал? Я же говорю, я шел, раздавал конфеты. Просто конфеты. Просто прохожим людям конфеты. Я так люблю делать. Сан ГТР на 1000 сил. Самый лучший день. А ты знаешь, что заказ 3000 стоит вообще? Нет. Трешку. Можешь оплатить? Постараюсь. Все, вот так вот. Мы завершаем день таксиста в этом же золотом ГТРе. Кстати, всем советую посмотреть прошлый выпуск до конца, где я таксовал на этом ГТРе. Там тоже были хорошие реакции. Надеюсь, этот выпуск вам понравился. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Читаю все комментарии. Пишите, какую машину взять следующую для такси. С вами был я, Влад Чепурин. Подписывайтесь, а я погнал.